Мы на канале Соня Шоу. Сегодня наконец-то моя долгожданная посылка. Сейчас мы ее откроем. Сабин, дай мне ножницы. Так. Какие-то девчонки вообще не радостные, а? Чего вы не радостные? Нет. Ты откроешь? А ты не порежешься? Нет. Ну да, попробуй. Только аккуратно. Стеж, ты что встала? Давай я. Так, сейчас откроем. Так, вот она уже открытая. О, не статистика. О, хотите полопать? Смотри, пожалуйста. Ой, как их много. По ним потоптаться. Давайте постелим ковричек. Я болею! Астеша, дайте. Сабина. Все шарики перелопаны. А мы смотрим, что в нашей посылке. Пакет. Там какой-то пакетик. Ой-ой-ой-ой-ой. Там ты уже лизунов видишь моих? Там Стеша, не лезь под нож, ты чё? Я ничего не вижу. Там мои лизуны. Вот такие. Вот тут все. Арбизы. Смотрите, как их много. Их очень здесь много. Ну-ка, помогайте, помогайте, девчонки. Сейчас мы все вам достанем и покажем. Офигеть. Три. А почему так много арбизов? Я сама в шоке, я не думала, что это будет так все много выглядеть. Здесь куча вот таких вот пакетиков. Офигеть, здесь вот такие вот две пачки. У нас такой есть лизун. И здесь очень много лизунов, шесть баночек. У нас такие генетический есть. Песок, две пачки. И какая-то еще коробка. Стеж, смотри, что же там, интересно. Лизуны. Может, лизуны, правда? Да. Ух ты, здесь по два цвета, здесь два красных, два черных, розовых, зеленых, желтых и фиолетовых. Стешенька, сядь. Давайте их все и достанем. Открой. Это их очень много, то есть у меня каждый по три цвета, офигеть. Башню сейчас построим, да? Да. Из этих коробок. Так, коробочка пустая. Давайте их сейчас все пооткрываем. Мы все уже открыли. И здесь. И здесь. И здесь. И их из 18 штук. Три. Их здесь целых 18 штук. Да. Да, их здесь 18 штук. Они еле это выговорили. Вместе не могут. Их здесь 18 штук. Да? Да. Давайте откроем сейчас все цвета. Я ничего не вижу. Не видишь ничего? Это кровь? Соня, это что, правда кровь? Вы меня пугаете. Это, конечно же, не кровь. Это простой красный лизун. Он очень прикольный. Вот он. Он похож на кровь. Ага. А это на скунса. На скунса? По-моему, он больше похож на нефть. Смотрите. Это черный. Давайте сейчас каждый цвет выльем по одной баночке. Давай. Особенно вот этот нравится, черный, он как нефть. Скажите, а вам какой больше всего нравится? Мне больше всего нравится желтый и зеленый. Зеленый, а мне только черный, вот прям нравится сильно. И розовый такой красивенький. А Стеши какие нравятся? Мне фиолетовый, у нас такой есть. Есть такой? Напишите в комментарии, какой из этих лизунов нравится вам. Кстати, сейчас в моей группе ВКонтакте проходит розыгрыш на одну какую-нибудь банку лизуна.
Цвет вы можете выбрать сами, а ссылка на эту группу будет в описании. Соня, ты же что-то забыла. Что я забыла? Про генетический песок. Ах, да, точно, сейчас я его возьму. А вот и он. Девочки, вы готовы открывать? Да. Вот такие две коробки. О, я вижу там разные цвета. Девчонки мне уже принесли тазики, в которые мы будем высыпать наши пески. Да. Вы поможете мне? Да. Спасибо. Вот что здесь есть. И в каждом наборе вот такие вот формочки. Да, Стеша? Ты рада? Так, Стеш, сейчас. Девчонки, высыпите песок? Да. Сабина взяла зеленый, а Стеша? Красный. Это оранжевый, скорее всего, даже непонятно. Как? Все, давай, выливаем. Высыпаем. Ой, он какой-то тверденький. Его надо разминать. У Стеши аж куски остались. Сань, смотри. Да. Я тебе сейчас покажу что-то. Смотри. Давайте разминать. Он растекается в руках. Он должен растекаться, да. Только его надо для начала размять. Сейчас мы его размянем. Соня, когда же мы уже будем лепить формочки? Сейчас! Да, Стеша? Стеша уже восклицает. Вот наши все формочки, такие красивенькие. Вот они. Ты какую хочешь слепить? Бабочку. Стеша взяла бабочку. Два одинаковые. Ой, теперь давайте возьмет какую-нибудь Сабина. Давай по-одинаковому. Какую ты возьмешь? Давай по-одинаковому. Я думаю, ты хочешь, наверное, клубничку или цветочек, да? Нет? Я хочу... Вот. Давай сначала какую-нибудь одну слепим, а потом какие-нибудь еще другие. Дельфинчика сначала. Ай, будь здорова. Спасибо. А я тогда слеплю вот такой коктейль. Нет, я вот такую. Что, клубничку? Так, давайте лепить, Стешенька, положим. Какой вот цвет? Ты какой хочешь цвет? Я хочу зеленый. Зеленый будет дельфин, а у тебя оранжевая бабочка. А коктейль у меня будет... Разноцветный? Ты права. Зальем в коктейльчик немного зеленого. Ну, давайте лепите, что вы зальете-то? Берите бабочек, дельфинов и залепляем. У Сабины нормально получается, да? Угу. У меня. У тебя тоже хорошо, только лишнее не сыпь на пол. Все над тазиком, и на вот этой нужно. Так, сейчас. Залепим все красивенько. Лишнее уберем. Три. Формочки заполнены, давайте открывать. Ну-ка, первая, Стеша, что у тебя там? О, какая красивая бабочка! Очень красиво. У меня коктейльчик. Коктейльчик такой. Все, здесь стаканчик коктейль. Такой зелененький, а сам коктейль оранжевый. У Сабины зелененький дельфинчик. Как красиво. А оператор тоже кое-что приготовил. Грибы? Кто хочет грибы? Да. А теперь мы полепим просто, да, Сабина? Да. Ну-ка, а он такой сыпучий или засох пока шел? Ну-ка. Да, он прикольненький такой. Ну, немного подсох, конечно. Ну вот. Все-таки он такой же, как и должен быть. Он очень прикольный. Правда, девочки? Да. И к ручкам вообще не прилипает. Практически. А где? Прям. А где формочки? Формочки? А зачем тебе формочки? Ой, я думала. А вот, пока там девчонки играют на передышке, я вот... Слепила вот такого снеговика. Он красивый. Он очень красивый, да? Девчонки уже прощаются. Они побежали пить чай. Попрощайтесь. Всем пока! Пока! Все, пока-пока. Смотрите, как они делают корзинку. Да, на корзинку делают. Девчонки ушли. А вот эти вот все-все-все арбизы я сниму в следующем своем видео. Здесь есть... Как и маленькие, как и побольше. Прозрачные, зеленые, черные, всякие, оранжевые, желтенькие, красненькие. Очень много. Две вот таких пачки, они очень-очень-очень большие. Я думаю, их здесь больше 3000. Думаю, так. Ладно, а на этом все. Мое видео подошло к концу. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал. А с вами была Соня Шоу. Пока!